Будем честны, я вообще случайно нарвался на эту демку, которая пипец какая короткая, но пройти мимо нее я не мог. Мы же делаем контент по гамонду как-никак. Чё это такое? Это Haunted Demo Disc, сборник из 25 демо-хорроров, абсолютно разных и с оригинальными идеями, но всех их объединяет стилистика. Это, блин, PlayStation 1. Отдельно их не скачать, только архивом, только вместе. Изначально я вообще хотел поиграть в какой-то азиатский хоррор, но вот этот скриншот привлек мое внимание. Главное меню нас уже встречает весьма дружелюбное и сразу дает понять, что нам пиздец. Давайте начнем. По крайней мере, ты вернулся. Если вы забыли, как играть, то все просто. Открой спаун-меню с помощью клавиш. Да, мы все поняли. Это точная копирка клавиш управления из Garry's Mod. Да и по сути дела это знакомый констракт. Здесь есть физган, пистолет и тулган со своими опциями. Спаун-меню здесь примерно такое же. Игра не привносит что-то новое или вау. Нет смысла обозревать пропы, и так с ним все понятно. Давайте Entity начнем спавнить, что ли. Со временем игра начнет меняться. Ну только не туда. Внезапно для нас наступит ночь. А, что я в ноуклип, короче. А если тебя застрелю? Ого! Я ноуклип застрелил. Ой, ноуклип. В какой-то момент начнется наблюдение за нами. Entity здесь безумно странные. Если мы начнем бегать по локации, то найдем белую комнату. Под ней что-то вроде потайного помещения, внутри которого... Уничтожать. Нет ничего неприкосновенного. Тогда нам придется и дальше спускаться все ниже и ниже. Ходить по кромешной тьме. Но ненадолго. Как разорванное облако на вершине холма, таково это место. Цель, к которой нужно стремиться. Чтобы заспавнить все это к черту. Или, может быть, смерть, чтобы убежать. Если мы расшифруем вот это вот двоичный код, то получим JB. What the hell? Ладно, давайте мы это оставим диванным теоретикам, а пойдем дальше. Если мы зайдем в Entity, то увидим кое-что новое. Что ж, давайте уже В какой-то момент мы больше не можем двигаться. И это все. Да, вот такая вот демка, которая вроде как приносит контент, а вроде бы и нет, потому что его тут почти нет. Я очень расстроился, что здесь крайне мало всего, хоть это и компенсируется набором других хоррор-демок. Да, напоминаю, это сборник, то есть по сути ты должен играть во все 25. Но если бы я хотел только один изучить, интересный мне, то я был бы безумно расстроен. Чувствуется здесь отдельный потенциал, который было бы неплохо раскрыть. Кстати, о нем. Если очень хорошо поискать в стиме, то видно, что автор этого... демки, игры, я не знаю, будет выпускать свою коллекцию хоррора, в числе которых был тот самый Temod. Тут можно заглянуть Big City и вроде как все.
Народ, отбой, я напи***л. Только что проверил информацию и, как оказывается, на сайте написано, что дата релиза 22-й год. Походу автор забил хер, ну или еще что-то произошло, без понятия. Так что вот с такими вот грустными новостями мы уходим отсюда. Это был промежуточный ролик перед отборным контентом, который мы скоро опубликуем. Ждите новостей и будьте с нами на связи. Меня зовут Сан Саныч, это канал RG Studio. Увидимся.